А мы добрались до пляжа. Такая вот у нас атмосфера. Люди сидят, выпивают в отелях. Вот в этом синеньком мы останавливались. Синенький, сейчас к нему подойдем. Но мы потом переехали на третью линию. Там типа в 5 раз было дешевле. И на самом деле бессмысленно абсолютно останавливаться на первой линии. Оно супер дорого. Эх, вода. Даже отсюда видно, какая она голубая. Да, в темноте. Офигеть. Паша, кто мог подумать, что мы с тобой на Гавайях будем ходить? Я точно не мог. Ты же вообще не планировал Гавайи? На Гавайи? Я даже не знаю. Я даже не думал об этом. А как оно пришло нам в голову? Очень спонтанно. Я предлагаю пойти по пивку ёбнуть. Пойдем? Пойдем. Тут атмосфера вроде хорошая у них. Что? А, я не слышу. Я думал, он мне говорил, он на своем... Не, он что-то нам сказал, по-моему.